Всем привет, меня зовут Димон, и это канал «Все Китай». И да, наступило лето, и дома что-то скучно сидеть. И у нас две посылочки с сайта AliExpress. Поехали! Итак, начинаем мы с вот такой вот посылочки. Данная посылочка дошла к нам буквально за 3 недели. Она была оценена почти в $2. Ну, она, в принципе, реально стоит $2. Это у нас, ребята, так сказать, скальпель. Ну, сейчас посмотрим на его качество. Что, как и почему. Ну, посылочка пустая, больше ничего нет, так сказать. Вот такой вот, в принципе, красивый, даже оригинальная упаковка есть. Все прикольно. Сейчас попробуем все так аккуратненько открыть. Посмотреть на данный скальпель, что нам китайцы продали за $2. Интересно. Ссылочка будет на данный скальпель в описании. Все посмотрите, что да как оно. Итак, пытаемся открыть. Что-то ничего не получается. Ладно. Итак, вот у нас это, наверное, сменные, так сказать, ножи. Ну да, сменные ножи. Их здесь 4 штуки. Потом все покажу. Итак, достанем наш скальпель. И посмотрим на его качество. Итак, что-то... О! Итак, момент истины. Вот такой вот, в принципе, красивый скальпель. Сейчас проверим, так сказать, его качество. Режет он или нет. В принципе, ребята, он режет. Все отлично, смотрите. Работает, рабочая вещь. Можно покупать. И да, ребята, мы за чистую природу. Не забываем, так сказать, забирать то, что мы оставили после себя в лесу или на речке. Мы за чистую природу. Ставим лайки, если ты тоже. Итак, продолжаем нашу распаковочку. И наша вторая посылочка. Она также дошла к нам буквально за 3 недели. Ну, и проверим наш скальпель, как он вообще режет. Отлично или нет. Ух, ребята, он режет, конечно, очень даже классно. Итак, что по поводу посылочки. Это у нас женское ожерелье. Цена буквально $5. Сейчас посмотрим. Что да как. Итак, вот такая вот у нас тут типа защита. Итак, вот такое вот у нас красивое, вот смотрите, вот такое вот красивое у нас ожерелье. Ну, сейчас мы все посмотрим, что она и как она, какое у него качество. Я думаю, будет, в принципе, неплохое. Цена небольшая, почти $5. Ссылочка будет в описании, все посмотрите, все увидите. Не, ну, ребята, офигительное. Классное вообще ожерелье. Посмотрите, какая классная бабочка. Ух, прикольно. Еще и сережки есть. Да, ребята, это сережки. Прикольно, получается у нас такой вот мини-маленький комплект. Вот такое вот ожерелье и сережки. Че, прикольно, прикольно. За $5 все отлично, ребята. Никаких нареканий вообще нет. Все блестит, все новое. Вообще классная вещь. Красивые. Итак, вот такие вот были у нас две посылочки из сайта AliExpress. Неплохой скальпель, который очень, в принципе, даже хорошо режет. Есть еще 4, так сказать, сменных ножа. Ну, прикольный скальпель. И вот такой вот набор. Это ожерелье женское и сережки. Ну, как-то так. Если вам понравилось видео, ставим лайки. Если нет, дизлайки. Ну, а вообще, подписываемся на канал «Все Китай». С вами был Димон, канал «Все Китай». Всем спасибо, всем пока. До новых встреч!